Переоценить важность патриотического воспитания молодежи, ведь это основа человека, живущего в обществе. Это понимают в Восточно-Сибирском институте экономики и права. Там регулярно проводят круглые столы на эту тему. Об одном из таких мероприятий расскажет Юрий Осипов. В Восточно-Сибирском институте экономики и менеджмента проходит круглый стол, посвященный исторической дате. Прошло 75 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году. Прежде всего, это встреча студентов с ветеранами Великой Отечественной войны и военных действий. Ветераны поделились воспоминаниями и наставлениями с молодым поколением. Краеугольным камнем проводим работу по патриотическому воспитанию молодежи. Именно мы сейчас взялись за это дело, потому что по всей России, да и в нашей республике, патриотическое воспитание совсем в последние годы упало. В свою очередь, студенты подготовили большую программу. Каждый из них изучил различные аспекты, касающиеся этого грандиозного события. Они выступили с докладами, посвященными этой теме. Мне очень понравилось это мероприятие, как рассказывают, очень интересно. Я много читала об этом параде, который проводился в Москве. В Восточно-Сибирском образовательном кластере большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Для этого созданы все условия. Этот кластер ведет систему непрерывного образования «Школа, колледж, вуз». За этот промежуток времени молодые люди имеют возможность самореализоваться и получить достойное образование. В нашу систему входит лицей, куда поступают дети с 5 класса, затем колледж после 9 класса и затем институт, куда дети, закончившие колледж, могут поступать и продолжать заканчивать свое образование. Образовательный кластер очень тесно работает с будущими работодателями. Создается система базовых кафедр на крупных промышленных предприятиях, чтобы студенты имели возможность проходить практику и впоследствии трудоустроиться. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.